медицинская помощь ей не понадобилась, но она уже успокоилась, когда попала к нам на крышу, уже заулыбалась. То есть опасность уже миновала. Вы когда выезжаете, вы всегда понимаете, что вы увидите? Вы можете себе представить, что спрогнозировать, что вы что-то? Нет, спрогнозировать, наверное, вряд ли, но догадки, может быть, какие-то есть. Оперативный дежурный передает всю полную информацию, которую он владеет. Из этого что-то можно уже сложить.